И вот на что снизилась цена по версии Росстата сейчас. Продовольственные товары. За отчетный период, по данным статистического ведомства, опустилась стоимость сахарного песка, некоторых круп, сычужных сыров, куриных яиц, колбасной продукции, масла, молока, муки и других продуктов питания. Как отмечают в Росстате, подешевела и плодово-овощная продукция в среднем на 3,4%, что, к слову, неудивительно летом. Так, цена снизилась на белокочанную капусту, свеклу, картофель, помидоры, морковь и огурцы. Отмечены в списке подешевевших товаров и фрукты – бананы и яблоки. Но в то же время в июле цены на репчатый лук выросли практически на 0,3%. Вместе с ним подорожали маргарин, свинина, ржаной хлеб и рис.